Смотри, смешная рыбка. Феде очень интересно. Федя, тебе здесь нравится? Да, я хочу пингвинов посмотреть. Мне акула нравится, змеи. И акулы, и змеи нравятся? Да, и пингвины. Сейчас пойдем пингвин смотреть. И енот я нашел. Ну, енот это, конечно, это наша любимая тема. Динозаврище. Ой, выползает. Федя, иди смотри, он весь выползает. Сейчас хвост вывалит. Залазь на ступеньки. Смотри, какой он сильно длинный. Целый метр он, наверное. Мам, все, конец уже. Уже конец? Да. Какой там хвост у него? Вот, плоский. Плоский. Мурена, вот она какая мурена, смотри, изгибается, как змея. Это и не рыба, и не змея, что-то среднее, видишь, мурена. Это рыба-змей. Рыба-змей? Да. Морское животное. Рыба-змей. Покажи свое лицо, красавец. О. Ты. Да, очень красивый. Мраморный, видишь, какой. Да, он весь выполз. Здоровается с тобой. Опять. Чик и спрятался весь. Да. Смотри, какой он гибкий, да? Да. Хопа нету. Хоп и почти нету. Хопа спрятался весь? Да. Вот так вот живут здесь еноты. Спят они сейчас. Вон они.
дальневосточная нерпа. Первый раз вижу. Как интересно. Ничего себе. Нерпа. Две штуки. Балдеют, плавают. Кругляши такие. Смешные. О, вот так. Ой, вот ты большой какой. Пингвинчики здесь. А да. Вон еще один лежит, смотри. Да. На солнышке греется. Да. Смешные какие. Себя хлопает по боку. Здравствуйте. Здравствуйте. Этот подсматривает. Видишь, они как вверх ногами плавают. Всяко разно крутятся. Лицо у них, гляди, какое. Смешное лицо, да? Привет. Привет. У них на плавниках, на передних, как будто пальчики. Сейчас подплывет, посмотришь, как ручки. Вон, посмотри. И сколько штук там их? Успел посчитать? Пять. Пять, точно. Как у нас. О, ничего себе. А мы не знали, да, Федя? Да. Помнишь, как ее зовут? На Ф. На бегемотиха. Она еще подросток, ей 15 лет, еще года 4 до того, чтобы ей жениха привезли. Вот. Три кандидата у них тут есть. Ну, не здесь, а вообще в России, в городах в разных. Будут выбирать. Живут бегемоты 40-50 лет. Федя, тебе понравилось в аквариуме? Да. А кто тебе больше всех понравился? Кто? Змеи. Змеи понравились? Да, а мне нерпы понравились очень, как они играют. Мне тоже нерпы, но еще и... Мне все понравились. Все понравились? Да. Хорошо, что сходили, да? Чтобы попасть в этот аквариум, мы доехали до остановки Мацеста. Но мы вообще-то ехали до Зеленой Рощи. Автобус нас увез дальше. Вот. И вместо Огурских водопадов, куда мы собрались, мы попали в этот аквариум. Ну и ладно, как бы. Вот здесь очень тоже такое место красивое, хорошее. Лес, горы. Мы же тут по горам полазили с Федей, да, Федя? Да. Вот. Район. С этой стороны море. Не очень видно, правда, его. Дороги разгруженные. Тепло, плюс 16 сегодня. Идем на остановку с аквариума. На Огурские водопады мы уже не попали, наверное. Но в следующий раз уже будем погоду ловить. Просто сегодня такая погода подходящая туда для похода в лес была. Но вот, к сожалению, что там автобус нас мимо увез, а потом уже куда-то далеко, как, короче, заблудились мы. Не туда пошли и все.
ходим, гуляем по Сочи, уже прошли мы почти все районы, но еще дальние районы в самом Сочи туда не были, и в поселке Веселое не были. Но вот где были, где что видели, уже такие выводы у меня, знаете, в Сочи. Вообще все равно, если переезжать на ПМЖ, вообще все равно, где жить. Вот прям, ну, разницы нету. Если это будет Сочи, то это без разницы, какой район. Здесь нет заводов каких-то, каких-то таких вредных производств нету, где бы, да, допустим, как в больших городах, миллионниках, там более загазованные районы, более чистые, разницы нет. Здесь единственное, что вот ближе к морю, дальше от моря. Но если здесь жить, я уже вот в своих видео говорила, что каждый день все равно ходить не будешь сюда на море купаться, поэтому вообще все равно, в каком районе в Сочи жить.